Я смотрел описание, по идее, она должна стрелять. Потому что ты шаришь в этой теме. А как же ее запустить теперь? Вот. Полетела! Ух ты! Офигенно сделано! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная серия и крутая игрушка Scrap Mechanic, и будем смотреть крутые постройки. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем обзор. Так, начал я очень много классных построек. Первая построечка у нас будет вот такой вот грузовик. Будем их сегодня, ребята, тестить на грузоподъемность и на разрушаемость. Блин, ребята, смотрите, как он медленно разгоняется. Просто медлительно, как и должно быть. Очень реалистично сделано, очень круто. Так, пацаны, выходите и цепляйте мне бомбы на борт. Будем проверять, насколько много он может затащить бомб. Ну давайте и внутри, и снаружи много цепляйте. Мы будем смотреть, как будут рессоры проседать. Давайте будем проверять. Так. Я тоже буду цеплять, кстати. Кстати, рессоры вообще... А, да, садятся, смотри. О, еще ниже стал. Так, много бомб. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет просто эпические у нас постройки и танки. И всякие летающие аппараты. Надеюсь, в этом ролике все это влезет. Так, уже прицепили. Давайте проверим, потянет или нет. Тянет. Еще цепляйте. Еле-еле тянет такое количество бомб. Давайте, грузите, пока он не сможет ехать уже. Ого. Облепили его полностью бомбами. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Смотрите, заднее колесо уже буксует. Все. Да-да, все, не тянет. Ну что, взрывайте тогда. Вот это сейчас будет взрыв. Ой-ой-ой, залагало аж. Офигеть, что это такое? Что она как рахитка? Так это ускорение. Ого! Нифига себе, она даже равновесие держит. Ничего себе. Поехал. Нифига себе. Классно. Меня под карту выкинуло. Он летает. Нифига себе, вот это красота. Так, сейчас буду, ребята, медленно приземляться. Аккуратненько. Нежно. Чпонь. А ну-ка, давайте, цепляйте бомбы, что он умеет. Закроем себе на всякий случай люк. О, равномерно цепляйте, то что... А ну, отцепите с той стороны бомбу одну. Ага, все, уже он сложился, уже не может он тянуть. И, блин, ребята, что-то залагало у нас. А, вот, смотрите, выровнялось одно колесо. А если я полет включу? Ну как-то немножко тянет, но непонятно, как это происходит. Тяжеловато ему очень. Так, давайте. Я вышел. Я не могу выйти, пацаны. Взрывайте меня быстрей. Бум. Ну, прикольно сделано. Да, кстати, хочу заметить, что Scrap Mechanic реально стало оптимизирование. Помните, раньше просчитывалось очень долго до взрывов? Теперь быстрее. Вот этот танк у нас. Просто обалдеть. Посмотрите на это дуло. Это просто не дуло, это что-то нереальное. Так, а как тут можно в него залезть? Вы не видите здесь люк какой-то? Ой. Я просто удалил полтан. О, мы едем, а я не мог на нем ездить. А ну стрельнуть можно? Где я? Я внутри танка. Нифига себе он фигачит. А ну дай со стороны посмотри, как он стреляет. А ну жахни, а ну не двигайся, просто жахни. Хочу на снаряд посмотреть. Тихо, 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 а ну жахни. Ого, она мощная. А давай сейчас поставлю какую-то машину, а ты по ней стрельнешь, хорошо? Так, ребята, сейчас будем затестить этот танчик. А ну, стреляй по этой машине. Ой, ой, заглючило колеса, стреляй еще. Ты сможешь попасть? Нифига себе там стрят дебелы. А пушку нельзя, да, пускать никак? Но, ты красиво попал. Попробуй по мне стрельнуть. Ой, вот это вот мощный. А еще и пулемет. А, тут я думал, у него пулемет есть. Так, давайте будем цеплять бомбы. Проверять, сколько он может бомбу тянуть. Это все-таки танк, он должен быть очень тяговой. Так, много. А ну давай, едет? Едет. Еще много-много бомб цепляем, ребята. Очень много. Блин, классный танк. Пока мне этот танк очень нравится. Ничего страшного. А ты попробуй стрельнуть, взорвутся бомбы? Он едет, стой, тогда не стреляй еще, мы еще нацепим. Нифига себе, пока есть рекорд по тяганию бомб. Ребят, ну что значит танк? Танк это реально мощная тема. Он еще едет? Ты че? Привыкни к аппарату.
Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Вообще как-то легко еду. А ну еще. Понимаете, я вас не вижу, тут бомбы повсюду. О, уже ты как-то сложновато едешь. Ребята, уже ему тяжко. Все-таки едет, да, еще? А нет, все уже, ты завис. Все, не тянет. Ну я думаю... Да не, уже все. Ну еле-еле едет. Это предел его. Ну давайте еще. А ну еще едь. Да ты что, офигел? Мужики, тут крылья такие настроили из бомб. А еще? Короче, бомб где-то 50 он тянет смело. Поехали. Сейчас игра вылетит. Нет. Просчиталось, да. Мы все-таки думали, что вылетит игра. Так, поехали дальше. Ой-ой-ой, смотрите, какой у нас робот есть классный. О. О, на нем бомба, не стреляйте. Тихо, это бомбу вы прицепили или она была? Нет, она была. Она была, да? Это так, уго, тут куча кнопок. Ага, все, я вижу, понял. Все, вот я иду. Плохо, что стрелять нельзя, вроде как бы пулемет есть. Что это со мной? Эй, робот, тихо, тихо. Ты дурак, что ли, робот, стой. Привыкли к аппарату. Да я вот это видеть думал, что я шарю в этой теме. Давайте реально по пушке, по бомбочке стрелим. А это что, самоуничтожение робота есть? Такая фишка? Офигенно ходит, смотрите. Такой походняк модный. Ты еще и стреляешь в небо? Зачем? А какой смысл реально в этом? Ты что, меня ударить хочешь? Ого, у него пила выехала. А вот, ты можешь типа пилить всех. О, как вертолет жужжит. А ладно, давай мы на тебя бомбы подвесим, посмотрим, сколько ты бомбу тянешь. А ну стоять. Нет. Что ты там сказал? Вот, ты пулеметы поставил. Его перевесило. Да нормально, нормально, все. А ну попробуй, ты можешь ходить? Что-то, о, смотрите, тяжело, тяжело, как он напрягает. Даже ноги сгибаться не могут нормально. Все, я застрял. Очень тяжело ему. Я стреляю по бомбу. Все, ты не смог. А, в принципе, да, ты мог бы сам их взорвать. Так, у нас есть вот какая-то вот такая вот странная постройка. Ой. Что это вообще такое? Как это вы думаете? Это какой-то, что ли... Это паук какой-то, да? Или квадрокоптер. Да, о, я вот его опустил. Нажал кнопку опустить. Какой гай? Нет, у него есть, смотрите, пулемет. Или что это такое? А. Ой. Нифига себе, он ездит четко вообще. Это... давайте игру сделаем погромче, чтобы прям слышать. Что я делаю? Ой, что-то выпустил. Он бомбу выпустил. Или что это? А ну, стреляй еще. Полетела. Бум! Офигеть, так это какой-то ударный робот получается. А у тебя бомб много? Они кончаются или нет? Так, давай мы ставим тебе бомбы, проверяем, что он, сколько он потянет. Короче, ты пока ничего не меняй в нем, проверим, будет у него щупальце садиться от такой тяги. А уже проседает. Смотрите, каждая бомба его делает ниже. Ага! Тяжело! Ой, ой. А еще едешь. Еще едешь. Так, побольше бомб. Много бомб ставим. Тянет? Все, не еду. Мы его, короче, ребята, сложили. Хороший был аппарат, мне нравится. А я уже стрельнул, ребят. Ну, сейчас просчитается, сейчас должно быть быстрее, потому что вы поставили на 40 бомб меньше. Спортивная крутая тачка с откидным верхом. Ого, у него звук, это Porsche. Так, что он на единичку делает? Пары. Радио. Спойлер, смотрите, приподнимается. Сигнал вообще эпический. Ну что? Вот это нас прижимает к сиденью, куда мы газуем. Звук классный, да, движка? Да. Обалденный. Давай его сами собьем. Давай. Ага. Она не едет, она дрифтует просто. Нет, она не хочет, да? Сыж, да? Да не, она просто не может. А, хорошо. Так, Гусоник, садись за руль, будем бомбы цеплять. Проверим, что она может тащить. А мне кажется, хоть она хоть одну бомбу утащит. А ну-ка, едь. А, едет. Стоять! Стоять! Блин, прикольно сделали, прям такое пылящее. Так, еще, давай на передок. А ну, едет? Едет, так. Это ее колбасит. Еще ставим, много ставим бомб. Блин, как-то плохо цепляется бомба иногда. О, а уже тяжело. Стой, 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 не едь.
Да не газуй, не газуй, не топи ты. Все, она не едет, ребята. Ой. Она сама взорвалась? Да. У нас есть еще вот такая вот построечка. Ой, блин, если она работает, вообще будет эпически. Ё-моё, ну как-то же должны стрелять. По-любому так сделано круто, что должно стрелять. А может оно не стреляет все-таки? Для красоты. Для красоты, может, только сделано. Ну да, скорее всего, это как для красоты. А, если смотрите, и заднее колесо подрулевывается. А ну, цепляйте на меня бомбы. Много бомб цеплять. Сейчас, ребята, проверим, сколько она может утащить тяжелых бомбезок. А, еще... а, мы уже сложили, да, эти штуки? А, Дим, я понял. Что? Ой. Ой. Переборщил чуть-чуть, извиняюсь. Дим. Да. Понимал, все, что отвечает за ракету, находится под машиной, под кузовом. Ты думаешь? У тебя вот на ноле есть вот эта штучка, на нее нажми, она покажет тебе механизм. Ага, а странно, а зачем так делать? Должна под машину залазить, чтобы стрелять. Это странно очень. Ой, давайте еще вот тут вот нацепим бомб. Мне кажется, она уже сама по себе не потянет. Ты думаешь? Надо вот эту просто бомбочку удалить. О, я сразу увидел, что она подвеску сдержит. Ну-ка. Тянет, ребята, ну. Вот это мы нацепили на нее кабак сколько. А ей все равно. А движок аж в разрыв идет. Слышите, как движок орет? Давай, давай, ты можешь. Капец, тут брейкданс на этих колес. А у меня нормально, кстати, ты все. А у нас колеса пьяные какие-то. Ну, видите на записи, что все четко идет. Ребята, ну тянет еще, видите, все-таки машину это, наверное, тяжело загрузить. Что значит военная техника? Даже преклонилась в одну сторону, подвеска очень тяговая и выносливая. Ну все, взрывайте. У нас еще очень много построек, мы должны все успеть посмотреть. Бум! Хо, миллион запчастей просто вылетело. Я смотрел описание, по идее, она должна стрелять. Ой, Нептун. Вот, смотрите, есть кнопка. Вот, смотрите, ракету поднял. Блин, круто, если она сейчас заработает. Соединений нет. Так, это упор у нас. Кран у нас есть. Так. Работает. Ой, здесь сработали упоры. А что ты шаришь, это те места. А что она не... А, да, ускоритель есть, значит, ракета рабочая, пацаны. А как же ее запустить теперь? Вот. Полетела! Ух ты. Офигенно сделано. Давайте проверим, будет взрыв или нет. Странно летит. Она уже пропала. Нет, она... Она опять полетит. Че она не взрывается? Может, она просто летать будет? Ребята, она не взорвалась, она должна взрываться. Все, короче, пропала ракета наша. Цепляем бомбы на нее. Так, давайте отключим. Или давайте сразу взорвем ее. У нас еще много построек впереди. Мы должны все успеть посмотреть. Единственная такая, знаете, ракета, которая смогла полететь. Ну, почему-то она не взорвалась. А было бы классно, если бы она вдалеке бы жахнула и было. О! Я знаю, что мы сейчас будем разрушать. Уходите все. Идемте, пацаны, ко мне домой. Это мой дом. Это мой дом. Эй, впусть! Ты меня не будешь впускать? Я уже хотел ракету цеплять. Ах ты жопа! Ты меня должен впустить, ты понимаешь? Пусти меня! Дима! Ты должен... Я же тебе сказал, ну впусти! Будешь пускать или нет? Вот мы психи, блин, как всегда. Фигней занимаемся. Кстати, дом двухэтажный, идете на второй этаж, я думаю, он целый остался. Вот там под домом что-то есть. А там ничего нету. Тут даже бассейн есть? Офинтеть. Так, давайте все-таки его изучим. Так, это у нас кровати. Это у нас туалет. Здесь у нас парилочка. А я слышу, успокойся, сейчас тебя взорву. О, смотрите, как на второй этаж ступеньки круто сделаны. Офигенный дом, хай-тек. Или хай-так. Так, что у нас здесь? Больше ничего нету. Хотите красоту сейчас сделаю? О, Дим, тут на втором этаже есть. Да, смотри, второй этаж сейчас будет, прикольно. Тебе должно понравиться. Красивый, да, дом был? А, я знаю, почему стало оптимизировано. Меньше запчастей появляется. Помните, когда мы взрывали постройки, всегда очень много запчастей было. Так, еще... Нет, давайте все-таки... Вот! Вот сейчас это та техника, которую мы должны нагрузить очень много бомб. Все, пацаны, грузите бомбы на эту подставку. Проверим, сколько она утянет. Равномерненько, чтобы центр тяжести был красивый. Так.
Давайте еще здесь поставим. О, можно вот так сбоку, да, еще нацепить. Блин, прикольно, если сейчас оно все утянет. Рекорд поставим по бомбам. Ого, здесь красота какая. Нет, Дим, рекорд за танком. Да? Ну да. А, это я не на водительской, а вот водительская. Так, это у нас фары. Ну, тянет. Тянет, но очень-очень тяжело ему, учитывая сколько бомб. А, нацепите пару бомб на передок, чтобы перевесило. О, еще. Во, еще. Во. Давай, 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 ты можешь. Тяжело ему очень, но он тянет. Прям с таким трудом. Что еще за кнопка? Так, это у нас эта штуковина. Так, это фары. Сигнал идиотский. Ребята, едет. Потихонечку, но тянет. Вот это он тяговой. Сколько там тонн мы нацепили? Тонн, наверное, 20. Не радовался, хотя торпеду на дверь. О, она может лететь или она просто взорвется? Это торпеда. Блин, надо будет, ребята, нам скачать ракеты и запускать постройки в воздух. Взрывайте меня. Ой-ой-ой, красиво. О, смотрите, что у меня есть. Истребитель. Да, ребята, сейчас будем мы летать. Ого. А, я запомнил. Что ты запомнил? Садись. Блин, надо как-то удалить наши постройки. А, сейчас. А, вот, мы выруливаем. Это в эту сторону. Это вперед. Стой! Стой, 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 самолет. О, это у нас можно шасси сложить. Все, я убрал. А ты-то убрал. О, во-во-во-во-во, отлично. Хотя вам типа ракета снизу. Так, подожди, это не то, это не то. Так, это открыть. Сейчас, дай ему это стрелять. Пить. Это бомба, я уронил, ой, извиняюсь. Дима! Ты... Да ё-моё, да они слабые, ничего не случилось. Если там крыло оторвало, я тебя... Да они, все четко. Во! Полетели, Дим. Да стой, стой, ты видишь, он рахитный. Красиво, ребята, летим. Все. Камеру дальше нельзя отдалить. Офигенная построечка. Так, сейчас мы сложим шасси. Ой, это не шасси, во. С вас сложат. Все, улетаем в тёплый. Не, мы сейчас развернемся, мы сейчас полетим. Вот, смотри, мы разворачиваемся и к васаби летим. Вообще легко разворачиваемся. Вон наш стол. Туда летим. Нет, Дима... Да ну ты видишь, я не могу им управлять нормально. Да стой, самолет, Ник. Ну самолет. Ну самолет, ты дурак что ли? Да короче, он бракованный какой-то. Не, самолет классный, но управлять им как-то сложно. Надо, короче, привыкать к нему. Все, гусенек, я тебя спасу. Так, вот такая у нас тачечка есть. А, все. У тебя прям карданы крутятся, ребята. Это прям механизм сложно сделанный. Прям чувак запарился на этой тачке. Кстати, она будет очень тяговая. Потому что механизмы по-другому сделаны. Не так, как обычно. О, у тебя там радио играет, нормально. Так, стой, я буду бомбы цеплять. Стопэ. О, машина дальнобойщика с уточкой. Что, тянет? А ну, проверяй. Ну, я же сказал, что будет тянуть, потому что смотрите, как очень быстро двигается кардан, из-за этого высокие обороты двигателя, поэтому оно будет реально тащить все. Так, ты едь, я буду пока грузить бомбами. Сейчас мы Диму скинем, Саня, давай. А я сейчас сделаю так, что вы не сможете просто быстро ехать. Саня, топи ты быстрее! А блин, не могу запрыгнуть нигде. О! Че, тянет? Да, изи. А ну, стой, 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 не газуй, не газуй. Вот это я нагрузил ему! Нифига себе! Ой, сейчас давайте с другой стороны сделаем для баланса вселенной. Едет! Да ладно! Вот, ребята, рекорд! Вот это прям больше бомб, чем было. Вот это просто... А еще едет? Едет. Едет. Едет? Едет. Еще ставим. Еще много ставим. Едет? Едет. Едет. Ты что, вообще сумасшедший грузовик? Едет. Надо, в принципе, запускать скрап-механик. Едет? Едет. Да ладно, когда у нас, ты слышишь, ты собираешься останавливаться? Да едет и едет, и едет и едет. Что сумасшедший грузовик какой-то вообще. Едет? Едет. Все, все, остановились. Нет, ты еще едешь. Потихонечку едет грузовик, ребята, это просто жесть какая-то. Все. Нет, едет. А я видел, все, он поставил рекорд среди всех построек. Прям очень крутой грузовичок. И последняя постройка в этой серии. Вы должны угадать, с какой это игры. Ой.
Это... А, Субнатика. Совершенно верно, это Субнатика. Циклоп 2. А как в него залезть? Вот это уже другой такой вопрос у меня сразу слаживается. В игре было снизу и сверху. О. Тут сиденье снизу, я сел в него. А ты можешь ехать? А, так ты теперь с него вылезешь, и ты окажешься внутри корабля этого. О, да-да-да-да. Воу, ребята, вот это пока есть самая крутая постройка в этой серии. Ну, реально круто сделано. Открывай калитку. Офигеть! Кстати, вы заметили, что очень оптимизировано, ничего не лагает? О. Во, я наверху. Так, приближаемся к пульту управления. Во, я открыл что-то. Ого, тут стеклянный пол. Офигенная постройка. Все, ребята, я уже в пульте управления. Я, короче, там какие-то кнопки нажал, не знаю. А ты что тут делаешь, гусанек? Дим, это режим самоуничтожения. Да? Ну и ничего страшного. Так, это что у нас, вперед ехать? Во, едем. Ага, смотрите, что я сделал. Что? Я сбоку открыл, короче, эти какие-то штуковины. Дим, давай изнутри взорвем его. Ты думаешь? Сейчас я его разгоню, хочу посмотреть, сколько он быстро едет или нет. Вперед! Разгоняемся. На абордаж. Вот это он гигантский! Ну что, взрывай! Прям на ходу! Ребята, сейчас будет эпический взрыв. Взрываем циклоп 2. Гусенек, на тебя вся надежда. Ставь бомбу. Во! Взрывай! Ой, ребята, напишите в комментариях, разрушится весь циклоп или часть только его. Наверное, будет еще просчитываться долговато. Саня, взрывай его. Они не взрываются. Они не взрываются. Но вы какие-то совсем. А чё? Мы к тебе едем. О, все. Доехали. Зависло, все, ребята. Крашнулась игра. А мы взорвались у тебя? Да. Но еще нет, но взрыв я видел. А у меня еще нету взрыва, просто стоит на месте и все. Вам был резко, бам, из... Короче, если вы хотите закрашить игру или что-то сделать с ней очень плохое, обращайтесь, мы вам поможем. Любую игру крашаем, любую. В том числе Майнкрафт. Мне интересно, долго это будет происходить или нет? О, я вылетел за карт! Эй, вы играете неправильно, прекратите, мне пишет игра. Блин, это круто. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого, гусеняк улетел. Все, всем.